У нас есть это изменение хэша, и мы получаем полный хэш-стейт. Это вот свойство аврел дерева, да? Еще раз вопрос. Но у нас вот это вот, мы высчитываем только разницу, да, вот изменения. Нет, смотри, как бы тот, кто создает доказательство, он хранит у себя все дерево целиком. Но тот, кто проверяет доказательство, он хранит у себя, в принципе, только root хэш, вот это. И к нему приходят вот эти доказательства. Он хранит root хэш, к нему приходят доказательства, исходя из root хэша и этих доказательств, он высчитывает новый root хэш. Вернее, он хранит ту же ветку вместе с root хэш. Нет, он хранит у себя только root хэш. Но нужная ветка — это доказательство, она приходит вместе с блоком. Ну вот, предположим, я хочу засунуть ПК-9 сюда, вставить ПК-9. Ну, ты, ну, там будет некая ребалансировка проведена, да, она куда-нибудь добавится. Сюда. Да, как бы, и вот так как ты его вставишь, это изменившаяся часть дерева, да, proof для этого ПК-9 тоже будет включен в блок. И Verifier сможет проверить, что действительно пока 9 был включен в то место, в которое ожидалось, в баланс. Ну, хорошо, а если root hash это просто сумма всех этих круг, то да, не так важно. Это root hash на свет, он 1 плюс 1, как получаешь? Ты его посчитал. Ну да, если мы хотим покадеть, то знаешь, что будет некоторая ребалансировка. Я да, утверждается, что нет, вот утверждение, вот оно. Вот, что мы знаем только старый root хэш, к нам приходит пруба, исходя из root хэша и пруба, мы можем вычислить новый root хэш, который будет получен применением нужных. А как ты понимаешь, что root хэш новый? Он должен совпадать с чем? Это свойство доказательств. Произвольные транзакции, ну, пруфы, они не совсем правильные. Нет, если пруфы не совсем правильные, то это не валидный. Не может быть чуть-чуть валидный блок, да? Нет, либо полностью валидный, либо полностью применяешь, да? Ну, если пруф применяешь, по цепочке вверх, то у тебя какой-то рост. В любом случае, даже если хэши неправильные посчитаны. Что значит неправильно? Исходя из другого баланса. Например, если... Коллизия может произойти? Коллизия хэша, конечно, может произойти, но это пока что неизвестно. Весь баланс, я начинаю с того, что баланс с первого ключа был 3, да? Да. Я применяю наверх эти хэши, получу root хэш минус 1, да? Да. И ты будешь уверен, но тут пока не используется ПК-3, что если мы должны были отнять монетку, ты знаешь, что от ПК-1 отнялась одна монетка, ПК-2 одна монетка добавилась, и больше никаких изменений в дереве сделано не было, и это тот root хэш, который получил полный верифайер, у которого полное дерево есть. Оно будет совпадать? Да. То есть root n можно как еще раз вычислить из n минус 1, да? Из n минус 1 и proof, собственно. Это само свойство proof, что их могут быть расширены в сравнении с просто доказательством. Исходя из них можно вычислить новый root hash. А вот в пруфах у нас получается путь от текущего как бы элемента до верху, да? А вот вторая половина у нас где-то хранится, чтобы посчитать. У нас у Verifier она не хранится, нас она не интересует, если мы ее не используем. То есть вот где-то я когда про мерку дерева объяснял, да? Вот, если мы доказываем вот L2, то нам нужен только вот хэш 0. Вот то, что все, что находится вот здесь, нас вообще не интересует. Вот в сжатии вы говорите, что это даже не включается, да, получается? В сжатии, допустим, если мы доказываем L2 и L1, то у них весь кусок одинаковый, а все, что здесь, нас как не интересовало, так и не интересует. Но как мы тогда только хэш посчитаем, если у нас по одной ветви нет? У нас есть вот этот ингредиент. А, все он всю есть. Вот эту ветку в себя включает. А, все понятно. Да. На размеры блокчейна, включение кубов, сравнение с генеральной специалистой. Ну, я, в принципе, вот 400 байт на одно доказательство. То есть 200 байт транзакция, 400 байт три раза получается. В принципе, примерно так, но тут есть небольшой момент, что как бы, можно сделать опциональной структурой, как, ну, то есть вот в биткоине, да, есть заголовок блока и есть только root хэш от всех транзакций.
ты можешь качать транзакции, можешь не качать транзакции. Дальше сам. Примерно так же, да, сегвит, вот я уже слышал слова, они делают, что вот они вот примерно то же самое хотят сделать для сегвита, что включает рут-хэш всех подписей, кто хочет их качать, кто не хочет их не качает. Собственно, если ты верифайер, который хранит полные стейты по всем ассетам, ты можешь эти пруфы не качать. Как бы минусы в каком-то смысле. То есть оверхед есть для всех, но это один рут-хэш, который вот сюда включается. Вот, а дальше, то есть дальше оверхед опциональный, если ты хочешь лайт верификацию, то да, тебе надо где-то в три раза больше будет качать. Да. То есть можно изучать это поначалу, допустим, но ты сам говоришь, что слик 3, АВЛ 3 и так далее, а Меркл 3 там какие показатели? У Меркл 3 показатели идеальные, оно все классное, но оно не динамическое, ты не можешь туда ничего вставлять. Балансировать. Она вручную отбалансирована и все. Она статическая. Ну, как вот то Меркл дерево, которое как обычно воспринимают, в него вставить ничего нельзя. И доказать эту вставку тоже нельзя. Ну, если нет вопросов, тогда по поводу вот этих редких транзакций, да, по редким сетам. Получается, если блок в целом твердится из-за того, что там, ну, допустим, вдруг у большинства майнеров нету вот этого редкого ассета, да? Но у них есть рут-хэш, в любом случае. Ну, то есть они в целом блок тогда не смогут верифицировать, они его смогут. У них есть рут-хэш. Создать, но они, чтобы создать там же блок, создать они не смогут блок с этой транзакции, но они создадут блок без этой транзакции. Ну, то есть они тогда как даже транзакцию скрепят, да? То есть да, они просто, если у них нет полного дерева, то они это просто вот обратный момент, то есть вы говорите, что просто компенсируете наши деньги, получается транзакции, у них есть как бы обратная связь, что они не выгодны получать транзакцию в блок, потому что она потребует выгода, получает в блок, но они не могут хранить идею. Ну, то есть им не будет выгодно, они не будут его. Ну, это некая экономика. Ну, туда, это будет, получается еще некая экономика, конечно, своя, что да, ты как бы чем больше ты хранишь, тем больше ты транзакций можешь включить, но чем больше ты хранишь, тем больше ты хранишь, тебе за это надо тоже платить. Да, но как бы будет какой-то баланс, наверное, найден. Это вопрос открытый, в принципе, интересный, что с этим произойдет, если это действительно начнут использоваться. Может быть, это никому не будет нужно, и все продолжат по-старому хранить вообще все, а вот это рут-хэш поле будет. Каждый раз, как бы в эфире есть рут-хэш стейты, которые никто никогда не использует. Но оно есть, но в принципе. Почему для проверки, что состояние. Кто-то использует? Я не уверен. Вот я смотрел на парите клиент, там даже нельзя создать доказательства. Там можно только рут-хэш рассчитать и все, там даже пруфы нельзя сделать для одного элемента. Мы просто долго возились, но потом подсказали, что в Go все-таки можно, так, ну, когда делали сравнение с эфириум, мы сначала не смогли его сделать, потому что в эфириум G в парите там даже пруф невозможно сделать, может просто исходя из структуры рассчитать рут-хэш. И все. В Google, ну, в GIS, да, там можно сделать пруфы, и потом это добавить. Но как бы, как правило, это никто не использует, насколько я понимаю, но может быть когда-нибудь будет нужно. То есть тоже еще вопрос, то, что это сейчас не нужно признать, что потом это тоже не будет. Ну, все, да. Спасибо.